Мы просто способствуем росту государства, бюджета государственного, дефицита государственного бюджета. Mm-hmm. Это приведет к тому, что вначале это выглядит, это будет работать. На этот год это 500 миллионов, но на следующий год, дальше, все это нужно постоянно одалживать. А потом ты должен одалживать, чтобы еще вернуть то, что одолжил для обслуживания этого долга. То есть это получается такая дополнительная пирамида. Кирка este ферм convins că în cel mult 4 ani inițiativa PAS va deveni o povară pentru bugetul de stat. În acest context, specialistul a mai adăugat că mecanismul de achitare a pensiilor nu trebuie să depindă de finanțarea externă a țării. До сих пор вот мы имели рост, ну, на протяжении там, последних 15 лет. Мы имели каждый год рост пенсий больше, чем инфляция, в принципе. Но это делалось за счет, например, повышения зарплат, повышения отчислений работающих в этот фонд. То есть применялись такие меры для поддержания общего баланса. Сейчас все пошло по принципу, а давайте государственный бюджет заплатит за вот это повышение. И мы имели на протяжении последних, например, 4 лет рост средней пенсии больше, чем на 12%. А в 2009 году мы имели даже рост средней пенсии более 20%. Totodată, Kirk a comentat intenția celor din PAS de a abroga legea cu privire la reducerea vârstei de pensionare începând cu 1 ianuarie 2022. Amintim că legislatura precedentă a Parlamentului a votat pentru revenirea la vârsta standard de pensionare de 57 de ani pentru femei și 62 de ani pentru bărbați. Roman Kirk este de părere că prin această inițiativă PAS și-a propus să reducă numărul pensionarilor, ceea ce va duce la diminuarea cheltuielilor din bugetul de stat. Am încercat să luăm legătura cu serviciul de presă PAS pentru a le oferi dreptul la replică. Nimeni însă n-a răspuns apelurilor noastre.